У пары лебедей-шипунов на днях должно появиться потомство. После того, как сетку из-под театрального моста убрали, птицы обосновались ниже по течению Уводи за Соковским мостом. В зарослях камыша самка свела гнездо и отложила яйца. К новому месту обитания лебедей уже протоптано несколько тропинок. Ивановцы регулярно подкармливают будущих родителей. Любопытным горожанам даже удалось узнать, сколько яиц находится в кладке. Обнаружила гнездо. Очень забеспокоились, потому что яйца были видны. Камыши еще не цвели, и они прямо на обозрение, на всеобщее были. Вот 5 яиц. Но в последнее время, когда она сходит с гнезда, видны только 2 яйца было. Не знаю, где остальные. Вот. Я уж думала, это было, наверное, с месяца назад. Вот. И не знаю, как долго они повыпливаются, но мне кажется, там уже есть птенцы, потому что она крылья так уже начинает потрошить.